по целевым показателям объем экспорта продукции к 2024 году. По этому проекту, по нашему региональному проекту, мы должны увеличить объем экспорта в 2,7 раза и достичь целевого показателя 501 миллион долларов. Чтобы вы поняли, насколько показатели должны вырасти, назовем лишь одну цифру. В 2017 году край продал сельхозпродукции на 185 миллионов долларов. Большаков обратил внимание, что выращивают и производят в регионе сейчас в разы больше. Между тем, потребление в пределах края не растет. А потому нет иного пути, кроме как наращивать объемы продаж за пределы региона. Цель не только Россия, но и ближайшие зарубежья, азиатские страны бывшего СССР и, конечно, Китай. Поднебесный емкий рынок и удобный с точки зрения доставки. Вот только увеличение экспорта требует не только внутренней работы в регионе, но и поддержки федерального центра. Я надеюсь, что эти федеральные и национальные проекты будут способствовать, на самом деле, правильно сказали, чтобы нас слышали и чтобы вырабатывались те реальные рычаги, которые помогали бы увеличивать экспорт. Потому что одной финансовой поддержки, которая есть сегодня, через компенсацию затрат на транспортировку, на самом деле ее мало.